Я посмотрю. Там, знаешь, ну, короче... Подождите, подождите. Она реально поверила? Она думала, это не пранк? Она думала, это не пранк? Она все знала? Я... не узнал вообще. Просто это все началось в интернете, да, по сути. Тешишь, гадина, оно просто... Не-не-не-не, просто я это узнал все... Ну, это все началось с интернета, и... Типа... Надеюсь, там, ну, закончится в интернете, а тут, типа, начнёт что-то, ну... Все, успокойся, только давай, блядь, без интернета. Он плачет, типа! Это чё? Привет, ребят. Привет, ребят. Для меня есть хорошее для вас послание. Гипножаба. Послание, которое вы должны услышать. Не верьте всему, что происходит в интернете. А если верите, то задавайте себе вопрос. Правда? Это там тайна. Там, знаешь, ну, короче, я... Охуеть. Охуеть, после этого я не гений, походу, реально. Это прикол. Это прикол. Пиздец. Это реально просто 300 IQ. Жесткий чел. Я, кстати, на самом деле, я почти ни разу не смотрела злого, я только в нарезках его видела. Так что я, типа, изи могу поверить там, что он вместе с Дианой Райс. Бля, Диана Райс такая красотка. Вы видели ее фотки в Инстаграме?